Привет всем, вы на канале Бер и Гейм. Мы продолжаем проходить ходящих мертвецов. Да, оказалось, что игра очень замечательная, и мы начинаем играть в нее. Жаль, что нашего Анну руку отрезали. Хорошо. Ли отрезали руку, да. Причем я не понимаю, почему резала женщина, когда... Ну, это ну, все-таки... Когда это какая-то женщина, она мужиковатая какая-то. Не, понимаешь? Ну все равно это же сила, как бы физическая нужна. Да что там резать? Ты возьмешь, если надо, мне руку отрежешь. Что там ее резать? В смысле, я курицу разделываю, я там с ума схожу с этими костями, если разрезать. Ничего мы не разделываем, мы никаких куриц не разделываем. Нету, когда ты разделала курицу? Что ты ее там разделаешь? Положила на противень там? Нет, я имею в виду, ну, допустим, ногу отрезать от курицы. Мы вегетарианцы, мы никаких куриц не режем, давай играем. Не это ври. Это ты во сне. Не ври. Тебе во сне приснилось. Ну, конечно, да, не ври. Давай кости, играем. Кости тяжело резать. Вот всё. Коту режем кости, да. Вегетарианцы, ага. Ну, мы действительно были вегетарианцами, так что это правда. С одной стороны, это правда, да. Ну, и сейчас мы тоже продолжаем. Никаких куриц мы не режем. Боже. Поднимаемся как можно тише. Может быть, мы сможем попасть на свободный этаж или даже на крышу. Думаешь, тебе по силам? Да. Идем. У нас начался новый эпизод. А, новый. Это пятый, да. На серии 10. Ты там в порядке? Ни звука, помнишь? Невелика задача. Другая рука бы просто мешалась. Господи, Ли. Ну только руку отрезали, блин, такая боль, там жесть. Я палец себе подрезал, блин, на станке. Что там происходит? Опять зомбаки сейчас полезут. Давай, поднимайся. Не, можно с одной подняться. Может, он просто крови много потерял, сил нет. Ну да, я согласен. Сил-то много, я когда думаю. Когда крови тоже теряешь много, да, не встать. Я знаю. Ну, поднимайся. Что такое? Давай. Мать, что не падают, уроды? Было чертовски близко. Все нормально? Да. Peachy. Просто... Пичи. Супер-пупер. Дай бога. Син. Блин, что-то их там куча. Только что не сыпется, так как... Ну, пока что один упал. Откуда он вообще высыпался? А, они по этажам там ходят. Понятно. Да, мы в шахте лифта. А они все равно к нам сюда не доберутся, правильно? Мы даже если и крикнем... Ну, они могут цепануть, поцарапать. А что, Ли уже все, он полутруп. Жутко это звучит. Чего не ходит? Главный герой почти умер. Это ужасно звучит. Бедные они просто... Клементина пропала. Ну да. Вот мы ее найдем, не найдем. Да, так, синетки. No help. Нет помощи. Больница. Бедный Илья, моя жесть. Пациенты ходят. Да уж. Разгуливают. Психически. Разве этот город не был недавно пустым? Похоже, хоть что-то эти ублюдки из Крофорда сделали правильно. Их тысячи. Жесть, и они все были людьми. Похоже, что они пришли сюда за нами. Это же не может быть правдой, да? Ну что сделаем? What about the train? It wasn't exactly whisper quiet. We need to get off this. Нужно убираться с этой крыши как можно скорее. It's not safe down there. Внизу небезопасно, мы не можем просто пойти по улице. Хочешь отрастить парочку крыльев? Нужно много сил и воли, чтобы не засмеяться от того, что это приложение поступило от человека без руки. Эта шутка была бы смешнее, если бы это сработало. Слушайте, давайте пойдем, а на месте разберем, сможем ли мы пробиться через город. Идет? Хорошо. Я думаю, не стоит игнорировать то, что случилось с Ли. Он там потерял много крови. Омид прав, если ты почувствуешь слабость или... Но, знаешь, если это не сработало, ты не горячись. Ладно, может, мне стоит идти помедленнее. Я знаю, что мы не можем позволить себе иметь обузу, так что не надо меня считать таким. Не будем. Что теперь? Мы должны сейчас спуститься и найти там маленькую напуганную девочку. Давайте уходить уже отсюда. Ой, кто-то на крыше. Да? Я кого-то видела.
Пойдем за ними. А, вон. Видишь, какой-то там красный. Пойдем за ними. Туда я не вернусь. А, кстати, хотела сказать, у нас же было чуть-чуть раньше, когда, помнишь, какого-то человека, ну, за ногу укусили, мы эту ногу тоже рубили, помнишь? И он потом все равно превратился в зомби. Он умер от потери крови. И Катя это не смогла ничего сделать. Да? Да. По-моему, он превратился. Он превратился, но он умер. Это церковь находится через улицу от особняка. River Street должна быть между ними. Нужно идти этой дорогой. Остановимся в особняке, как ты и сказал. Убедимся, что ничего не упустили из виду. Да. Просто нужно найти способ попасть туда. Там что-нибудь есть? Честно говоря, у меня со зрением не очень. Я думаю, это аллергия на все то дерьмо, что происходит от ходячих. Я боялся, что... Аллергия, черт. Иногда это случается. Да, я знаю. Не часто увидишь человека с аллергией на сено во время конца света. Не время тосковать. Я знаю. Это все из-за того, что Клем... Да, все из-за... Это все разозлил так, что я не могу передать словами. У меня тоже были аллергии. И, кстати... Кто это был? Тот, у кого есть возможности? Есть хорошие идеи, как пройти через эту толпу. Думаю, над этим... Ты там сможешь что-нибудь? Я должен. Блин, они много говорят, кабдес. Особняк на той стороне, да. Если мы используем звон колоколов, чтобы привлечь их на эту сторону госпиталя, будет сложно вернуться к Ривер-стрит. Но выполнимо. Я с тобой, нужно только попасть туда. Я думал, что вы с Омидом не пойдете со мной. Вы, ребята, нас позаботились, теперь наша очередь. Я ценю это. Ну что ж, а Омид-то где? На другую сторону? Вон он пошел. Пройдемте, блин. Кто же там стоял сверху? Да фиг с ним, не важно. Че, а карабкаться, ну давайте. What's up over here? Ну что тут у нас? Bell Tower. Колокольня, вот что. Yeah. Да, это поможет. Пойдем. Колокольня на этой стороне госпиталя, а особняк там. Хм. Возможно, это наш выход отсюда. Если я доберусь до колокольни, то смогу привлечь ходячих на эту сторону госпиталя. Их будет 1000, но зато их станет меньше здесь между особняком и Ривер-стрит, пусть даже на несколько минут. Попробуем запрыгнуть. Ни за что. В конце концов, она выше этой крыши. Значит, надо еще что-то походить, поискать. Какой-то бедняга тут наследил. Это раздвижная лестница. Нужна помощь? Я в порядке. Что это значит? А, туда ее поставить? Ну, конечно, туда, куда же. Ни хрена себе. Вы бы смогли? Колокола. Да, это даст нам время. Привлечем сюда как можно больше, опустимся с другой стороны и свалим обратно в особняк. Тебе не стоит идти. Моей ноге уже лучше, давай я. Я пойду. Нет. Если нужно решать, кто возьмет риск на себя, это должен быть тот, кому нечего терять. Еще хуже, что может произойти, меня снова укусят. Если со мной что-то случится, вы двое все, что у нее есть, ясно? Будь осторожен. Да все будет нормально. Ох, я как говорил, вот бы пожить в том мире, как бы, охрененный мир.
Ну, блин, это очень страшно. Представляете, какая там высота? Может, стоит отправить кого-то более целого на это? Ты уверен, что справишься, Ли? Скажи еще раз и узнаешь на себе. Справедливо. Залезь те на колокольню. Я так и знала. Беги, ёбоб. Давай, давай, давай. Рано боись, лицо мэй. Всё. На, козлу кубарда. Блин. Твою мать, мужик. Ты как? Yeah, I'm fine. Я в порядке. Хотел бы я сейчас вернуть другую руку. Ещё бы. Попробуй поискать выход оттуда. Блин, кошара ушёл. Гад, а. О, ползень. Закрыто, черт. Выход здесь закрыт. Бедный Ли. Ну что ж, пришло время звонить. Сейчас поползут. Блин, они еще слышат. Еда, еда, звонок на еду. Перерыв на обед. Жрачка, жрачка! Они идут сюда. Целые толпы, господи. Давай обратно. Как? Че, прыгать будешь? Да вы че? Только если с разбегу. Да и вообще... Это ужас. А что делать? Прыгнет, ногу сломает. Думаю, придется прыгнуть. Пути назад нет. Аккуратнее. Третье выпь. Ты можешь, давай, ты сможешь. Он считает себя сукиным сыном. Давай, разбегайся. Бедный Ли. Ну, мы желаем... Не смотри вниз. Мы желаем тебе удачи. Вон они смотрят. Нам нужно идти. Давай, прыгай. Давай, давай, Ли, ты сможешь, у тебя получится. Ли, не тормози, Ли. Помогайте, два упыря. Блин, даже не помогли. Это я помогла ему. Да? Отлично. А эти стоят. Пора нахрен сматываться. Вон туда, правильно, вот туда. Блин, идут, жесть, толпа нахрен. Уже аж почернел от голода. Ёб твою мать, она уже Ли злой уже фигли. Козел. Интересно, если где-нибудь ворона каркнет, они пойдут на звук вороны? Ну, ворону есть надо тоже. Какой-нибудь звук ветерка там, ну, чисто такой. Блин, там... Ах, вы сволочи! Кто это его? Кенни, Кенни что? Твою мать. Лодку стырили и фингал сделали. Что за... Что? Кто? Этот парень с компанией больных людей, они забрали лодку. Вернон, Клем была у него. Так что где они? Он с кем-то другим. Просто, господи. Кто это? Чё, в смысле, кто это? Ты видела? Где? Да они нас подбежали. Наверное, им надоело жить под землей. Они избили меня и бросили сюда. Вот этого видела? Погоди, а что случилось с тобой? Я отрубил ее. Серьезно? Меня укусили. Что? Это был несчастный случай. Маленький, глупый, несчастный случай. Но да. О, господи. Я все-таки решился на это. Ну и... Подумал, что это купит мне немного времени. Ну, понимаешь, я подумал, что если отрублю укушенную руку, я умру не так быстро. Господи. Бент, живой! Ковздец. Как видите, да? Омид, можешь перепрыгнуть через забор и опустить нас на задний? Да.
не успеваю, такой фон этот сделан. Не может быть. Все так. Клементина все еще там. Ну, спасем мы Клементину, что дальше? Нужно с городов. У меня уже достали. Отправимся за город и попробуем жить там. Да, как по мне, это хорошая идея. Тебя никто не спрашивал, но ты же только что спросил. Не умничай тут. Народ, соберитесь. Ничего не изменилось, ясно? Ничего не изменилось? Я имею в виду, что в данный момент мы будем придерживаться плана. Не ссорьтесь друг с другом. Да, успокойся, Кенни. Мы разберемся во дворе. Бен, я клянусь Богом. Что нам теперь делать без лодки? Это была не последняя лодка в Америке. Первоначальный план был найти лодку, и он не изменился. На материке опасно, и мы понятия не имеем, что творится на остальных. Лодки, города, надежды. Ли, люди умирают неизвестно из-за чего. Лучше так, чем быть съеденным там, в одиночестве. Да когда ж ты заткнешься? Я говорю, что нам всем нужно расслабиться, не только тебе. Расслабиться? Бандиты, здорово, расслабьтесь, держите таблетки, Вернер, расслабься. Держи нашу лодку. Это не моя вина, я не могу назвать ни одного события, которое случилось не по твоей вине. Ли, нужно было бросить тебя в Крофорде. Осторожнее, не надо. Мне очень-очень жаль так, что случилось с Катей и Даком. В самом деле, я знаю, что облажался. Ну, хватит травить меня и желать моей смерти. Нет, ты хотя бы знаешь, как они умерли. Ты попрощался, а я так и не смог увидеть семью родителей, мою сестричку. Понимаешь, твоей семьи больше нет, но ты хотя бы знаешь, что потерял их. Я так и не добрался домой. Они могут быть живы, мертвы, они могли стать ходячими или даже хуже. Я не знаю, что с ними, так что от меня. Ох, Бен, изви... Вот черт, они идут в дом! Класс, класс! Жрачка, жрачка. Последние люди, надо поесть. Они ведь не смогут пробраться на задний двор, да? Могут, они уже там. Смогут они, да, может защитить. Криста. Окна. Блин. Заколоть их досками, хорошо. Кенни. Оружие. Ищи оружие, бери все, что найдешь. Понял. Бен. Какого хера ты же... Подвинь мебель, чтобы забаррикадировать, понял. Омет. Что такое? В психушку. Тоже побежал куда-то. А. Входная дверь! Тварь! Быстрее укусит! Гниль! Гниль! Пошел! 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 Давай, давай, бомби, бомби! О, сейчас еще и ногу отрежу. Ковыряй в носу, приделай к себе руку. Ли, помоги. Твою мать. Там должен быть нож или что-то похожее. Скорее. Ищи, ищи что-нибудь. Нож, 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 нож. Я же там вроде копалась, там все пусто. Ой, мясоделка. Режь эти гребаные руки. Давай, режь. Так, ручка одна, ручка вторая. Еее, пожарим с луком жарь. Будет что поесть. Еще кто-то хочет? Твою мать. Что теперь? В подвал. Нет, это место. Тише, нужно спрятаться. Давай. Думаю, это место надежное. Думаю, мы в порядке. Нужно спрятаться в подвал. Я же говорил. О, узнаешь? Надежды не придумаешь. Наверх, давайте. Бир, это бир, вот она. Бей, бей, вот она, смотри. На, коза. Бри. А, ну бре. Ой, бри. Бре. Опа, назад. Гы, в подвал. Ребят, помогите сдвинуть эту штуку. Помогай. Помогай. Ужас, какая ситуация. Они уже сюда ворвались. Мясо я люблю. Мясо я люблю. Народ бежим в конец коридора. Давай, толк.
Что теперь? Это замедлит их. Бежим в конец коридора и сразимся с ними. О, супер команда. Могучие рейнджеры. Мы не можем позволить загнать нас в ловушку. Убьем их столько, сколько сможем. И когда увидим выход, побежим к нему. Сколько патронов у вас осталось? У меня 3. У меня 5. У меня 4. У меня 2. Вы знаете, куда нужно целиться? Готовьтесь. Блин, ой, тебе стрелять не повезло тебе. Справимся. Все. Финикийцы. Мне кончились, и у меня. Куда нам идти? Выхода нет. Наверх! Давай, открывай! Давайте! Run away, slips away, run away, slips away! Блин, пекль упал. Пофигу. Блин, сейчас опять подохну. Вот и все вам, чибисы. А вы не пойдете с нами. Ужасно. Держи, я плохо обращаюсь с этими штуками, а ты свой уронил. Ладно, давайте после заставки побдя закончим. Все могло быть и лучше. Все в порядке, все в порядке? Ли все еще укушен. Замолкни. Ладно, надо выбраться отсюда и продолжить путь. Он прав, нужно продолжать. Думаешь, мы сможем найти Клем, а затем тех чертовых воров? Не знаю. Возможно. Но через окно мы не выберемся. Его нельзя открыть, да и на крышу через него не пробраться, разве что спрыгнуть вниз. У кого-нибудь есть идеи? Уверен, что этот парень придумал бы. Он был очень находчивым. Заканчивай. Диксон Кент, третий промышленник, Омик. Криста, я просто пытаюсь разрядить обстановку. Нам нужно решение, а не глупые шутки. Статуя поможет разбить окно. Извини. Должен быть другой выход. Ищите какой-нибудь выход в вентиляционную шахту, например. Или мы можем подождать, пока дом опустеет, выберемся. Блин. Эй. Ты плохо выглядишь. И у тебя температура. Я в порядке, не... Ли, я в порядке. Я там, где были мои родители. О, нет. Что это значит? Она в отеле, в котором останавливались ее родители. Он никуда ее не увез. А мы там и были. Это пока. Да, пока. Нам нужно думать не только о Клементине, потому что скоро дойдет до нашего случая. О чем ты? Как нам выбраться отсюда? В этом и дело, мы не знаем. Ну, теперь твоя жизнь зависит от того, как выбраться отсюда. Я не знаю, ты... Ищите выход. Как я и говорил, нам нужно искать выход отсюда. Здесь мы в ловушке. Думаешь, это сработало? Я не знаю. Я надеюсь на это. Думаю, нам нужно провести взрослый разговор о том, что будем делать, если Ли станет еще хуже. Эй, слушай. Можно сравнить эту ситуацию с ситуацией Ларри. Кто такой Ларри? Нам не нужно говорить об этом. Я думаю, нужно. А я думаю, нет. Ребята, я не знаю, что с вами было до того, как появились мы с Обином, но поговорим об этом, как выберемся отсюда. Ли, я тут ничего не доказываю. Но как это может быть не проблемой? Моя рука не проблема, да и я сам не проблема, а вот сотни ходящих в этом доме — это уже настоящая проблема. Да, да, может, в данный момент, но когда это станет проблемой, и, кстати, у нас может не остаться времени разобраться с этой проблемой. Этот спор выходит из-под контроля. Ты послушаешь меня. Мы вернем Клементину с тобой или без тебя. Извини, ясно? Нам нельзя этого делать. Придется. Ты разбил рожу этому чуваку. Заткнись, милый. Смотрите. Да тут все прогнило.
What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? Что за стеной? Ребят, слушайте. Да просто нам потом будет долго сидеть, надо. Мы уже ждем этого сохранения. Прикольная диалог игра, все да. Не заканчивается. Все, здесь уже мы тогда да, закончим. Нормально. Подписка на канал, ставь группу ВКонтакте, комментируй, ставь лайк. Пока.